Жуткая трагедия произошла вечером 21 августа в Туркестанской области. В Сырдарье утонули сразу 11 человек. По предварительным данным, члены целой династии. По данным пресс-службы акимата данного региона, трагедия произошла в 18 часов вечера на Дарье у моста. 20 человек, несколько братьев с детьми после тоя пришли туда отдохнуть. На том месте берег скользкий и сразу очень глубоко. По предварительной информации, они даже искупаться не успели, все были в одежде. По-видимому, просто шли по берегу, кто-то один оступился и начал тонуть. Другие пытались вытащить. В результате утонули 11 человек, в том числе 5 детей и 6 взрослых. В настоящее время из воды извлечено 8 тел. Поиски остальных продолжаются.